Сейчас о грядущем ремонте подвесного моста в микрорайоне Машзавода. В первый рабочий день 2016 года переправу закроют на ремонт. 11 января подрядчик Юрий Давидович приступит к работам. По его словам, все необходимые для ремонта материалы уже закуплены. В планах перекрыть новыми досками почти 400 квадратных метров. На время работ мост будет закрыт, поэтому пешеходам придется несладко. Ближайшая переправа по улице Гагарина. Хотя люди уже сейчас организовали на реке ледовые переправы. Ориентировочно работы продлятся сроком до 3 недель.